Осеннее похолодание традиционно приносит всплеск сезонных заболеваний и простуд. Работники сферы здравоохранения готовы, но без профилактики никуда. Один из самых действенных методов – вакцинация. В приоритете группы высокого риска – пожилые, беременные, медики и дети до 3 лет. Если ребенок ранее не был привит, то вакцина вводится двукратно с интервалом в месяц. В настоящее время вакцина используется Грипол Плюс. Также на платной основе по желанию родители могут привить Ваксигрип Тетра. Основные симптомы гриппа – заложенность носа, боль в горле, температура до 39 градусов, тошнота, ломота в теле, сильная слабость и снижение аппетита. Наибольшую инфекционную опасность человек представляет в первые 5-6 суток от начала заболевания. В легкой форме болезнь протекает до 10 дней. Грипол Плюс дает гарантию на защиту от вируса около 90%. Главное – не допускает осложнений – пневмонии, бронхита и менингита. В Могилевской области от гриппа себя защитили уже свыше 20 тысяч человек. Привить планируется не менее 40% жителей. Параллельно идет вакцинация против COVID-19. В один день можно сделать сразу 2 укола. Эффективность действия препарата в таком случае не снижается. К противопоказаниям относят лишь индивидуальные особенности, которые определяет врач. Кампания по всей стране проходит согласно графику с октября по декабрь. В поликлинике номер 3 вы можете привиться в любой день недели. Мы работаем как в будни, так и выходные. Минуя регистратуру, вы сразу можете обращаться в 102 или в 103 кабинет в будние дни с 8 утра до 7 вечера, в субботу с 8 утра до 5 вечера и в воскресенье с 9 утра и до 2 часов дня. Ежегодно только гриппом в мире болеют около 1 миллиард человек. Нередко наблюдается и негативный исход. Тем временем ВОЗ заявляет об очередной острой фазе пандемии коронавируса. На это указывает ухудшение статистики в Европе. Присутствует возможность одновременной циркуляции сезона заболеваний. Врачи помнят первые волны. Остановить всплеск смогла только прививка. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.